Ребята, всем привет! Сегодня мы сделаем интересное устройство из обычных пассатиж или плоскогубцев. Кстати, как правильно, напишите в комментах. Всем приятного просмотра, ребят, а я погнал делать. Ну что, ребят, немного доработок и готов наша самоделка. Кстати, кто догадался, что это, пишите в комментах. Ну, а мы будем тестировать. Ну, в общем, ребят, вы все видели сами, вещь получилась отличная, мне она реально нравится, потому что простая и полезная в то же время. Ну, а если вам понравилось это видео, ставьте лайк и, конечно же, напишите в комментах свой отзыв, свое мнение по данной самоделке. Ну, а если нравится канал, то, конечно же, мы будем рады всем, подписывайтесь, всем до новых встреч!